Всем привет, дорогие мои зрители, томатоводы и любители. Меня зовут Татьяна. Я возобновила пешие прогулки. Сейчас обозреваю местные окрестности. Нахожусь в таком хвойном дремучем лесу. Здесь кипит жизнь. Живая здесь вот муравьиная куча. Муравьи трудятся. Каждый занят своим делом. Что-то тащат. В общем, работа кипит. Жизнь бурлит. И у нас тоже, у огородников, голова болит. Чем же замульчировать? Замульчировать почву на зиму, весной. На многих, тем более, каналах сейчас идут разговоры, чем мульчировать, куда деть мульчу. И, к слову сказать, я мульчировала разными материалами, и опилками, и листвой, и сеном, и соломой. Мне все нравится. Я вообще огород не мыслю без мульчи. Много плюсов от ее применения, так как вижу только хорошее в ней, плохого. Ну, есть, конечно, недостатки, но они незначительные. И вот здесь совершенно, почти тут за 3 метра от живого муравейника находится вот мертвый. Посмотрите, никакой тут уже живности нет. Муравьи уже ушли. Кстати, я тоже посмотрела в Википедии, почему они уходят. Но это совсем другая история. Так, где-то у меня тут тоже были уже новые жильцы. Сбежали 2 ухарца, но я их вот раскопала. Смотрите, это личинка хруща. Они питаются растительными остатками. Вот. Потом я их заберу и в компостную кучу положу. Оттуда к месте это. В общем, пусть они живут, пусть перерабатывают. Наверху, видите, еще иголки, а внизу уже чистый перегной. Вот. Правда, у нас дождей нет. Смотрите, какой он уже хороший, какая прелесть, какой вкусный, питательный будет у меня наполнитель для моих растений. Я соберу потом это вот снизу в отдельный мешок и положу в лунку. Тем более, что у нас весной все вредители будут гораздо полакомиться нежнейшими корешками, ростками наших растений. Да? Все-таки я думаю, что и отпугнут. Вот, хотя не переработанные иголочки, но не так, я думаю, будут кушать. И раскислять уже тут не надо, не нужно бояться. Так, здесь уже и дождями промыто, все и ветрами продуто. Муравейнику тут уже, наверное, несколько лет, так как нечего бояться, ни кислотности, ничего. Впрочем, я никогда и не боялась, так как он ничего не закисляет. Проверено годами, все хорошо и помогает, очень даже замечательно. У меня уже замульчировано сосновым ампадом. Я скребла этим совочком под соснами. Клубнику замульчировала. Потом озимый чеснок замульчировала. Вот. А сейчас, вот видите, природа меня любит. Хожу со своим рюкзачком, с неизменным. Земляки тут мои смеются надо мной. Куда я тут хожу с ним, где я нахожу хвою. Ну, как уже сказала, природа меня любит, я ее тоже обожаю. И вот она мне такой подарочек преподнесла. Так что будет у меня на следующий год мульча. Под томатики, под огурчики. Ну, в общем, всем пока!